Видео подготовлено с сайтом onlinegdz.net. Номер 11, урок 14. Летела стая гусей, а навстречу им гусак. «Здравствуйте, 20 гусей!» «Нет, нас не 20. Если б нас было в два раза больше, да еще 3 гуся, да еще ты с нами, тогда нас было бы 20. Сколько было гусей?» «Х умножим на 2, прибавим 3, прибавим 1, и получится 20. Упрощаем уравнение. Х умноженное на 2, прибавить 4, равно 20. Х умноженное на 2, первое слагаемое, от суммы отнимаем второе слагаемое. Получаем х умноженное на 2 равно 16. Неизвестен первый множитель. Чтобы его найти, мы должны произведение разделить на известный множитель. И получим х равное 8. Ответ. 8 гусей в стае. Давайте проверим. Если бы нас было в 2 раза больше, то есть 8 умноженное на 2, это 16. Да еще 3 гуся, это 19. Да еще ты с нами, 19 плюс 1, тогда нас было бы 20. И действительно, получилось бы 20. Значит, х равен 8. В стае было 8 гусей. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.